Бросок. И шайба не летит в ворота. Не хочет туда попадать. Хотя момент был просто какой-то невероятный у Кокуева. А мы смотрим повтор опасного момента. Рыбаков просто великолепен, а Кокуеву могут быть претензии. Неужели не ожидал? И не смог поднять шайбу. Салак отстегнул щиток. Не зря я дифирамбы пел голкиперу Сибири.